вот он, конец августа. 2 месяца за 30, даже ближе к 40 градусам. Вот эти 2 месяца я и не был на водоемах. Вот, 4:30 рванем, проверим. Вперед. Какая красота! 5:20. Штиль. А вот мы и собрались. Весь скарб на месте. Вот что творится. Вот что творится. Ага. Вот такое творится. Ага. Ну что, в бой. Вперед!
Ну что, почти 6 часов. Начинаем бороздить океан. А вот и рассвет пошел. Солнышко поднялось. Ты-дым. Ну вот, самый разгарчик начинается. Еще туда сходим. Вон базочка. Погнали. Светлый не очень сработал. Будем машинное масло испытывать. Что-то такое, ни хрена себе. Вот это да. Что-то такое непонятное. Как-то брыкает, чё, хвост кого-то попал. Потихонечку сейчас. Да как-то, блин, нифига себе. Да что ж такое? Что-то неправильно идет. В хвост, что ли, попал. Да кто ж там? Да ты смотри, а. Кто ты? Не устает, гад. Кто ты, кто ты? Нифига себе, это сюда кинулся. Ого, ого. Ударил хвостом. Ты мой красотун. Вот так вот. Ходи сюда. Ты мой мальчишка. Судачишка, мальчишка. Ударил меня. Зачем ты так ударил меня хвостом? О, ну это приятный сюрпризик. Ты ж красавец. Красавец. Вот такой вот парниша. Вот такой парниша. Неплохой. Обалдеть. Чего творится? Вот так вот. А ты, ёлки-палки. Теребнул. Ах ты, блин. Хотел. За хвост, походу, чиркнул. Хапанул за хвост. А ну. А ну, что тут у нас? Ага. Гаденыш. Хвост сожрал. Опа, удар. Хорошенький. Иди сюда. Кто-то сел. Непонятный пока. Ну-ка. Кто ты? Кто ты? Ого. Да ты мой красоту. Вот такой. Ты такой голодный. Вот это. Ты осторожней. Ты потихонечку, братан. Ты что-то такой. Что ты такой дерзкий?
Ох, какой дерзкий. Ого. Дерзкий какой. Фига себе. Что-то нифига себе. Какие-то они что-то слишком здоровые. Я таких не видел раньше. Эх. Вот такой вот. Ну такие красавелы. Сегодня что творится? Вот такое вот творится. Вот такое вот. Два кабана. Фух. Солнышко поднялось. Солнышко поднялось. Перерывчик ровно 10 часов. С 8 до 10. Ровно 2 часа пришлось сделать перерыв. Да. Работает у нас. Работает у нас вот такая штука. Машинное масло. Машинное масло называется. Вот оно. Красота вот такая. Пока не хотят. 10:30. Палево уже стоит. Надо длинный рукав и в шорты одеваться. А то сгорим нафиг.
Так, палево палевом, а перекусить надобно. Это делаем вот так. Или вот так. О. Ого-го. Лед у нас быстро растаял. Что у нас тут вкусняшного? О. О. Все как следно быть. Черики с огорода. Краковская. Сыр, яйца, тёмный хлеб. О. Ладненько. Зато у нас холодный виноград. За 35 перевалило. О, уже 12. Палево невыносимое. Еще трошки покидаем. Так, хвосты обрывает. А хапать не хочет. Хоть ветерок легкий пошел. Вон рябь стоит. И теперь можно навернуть виноград. С утра и черики, виноград. 30-е, конец августа. Вот такая вот погодка. Сейчас где-то 35-37. Может, тучки собьют. Какие красивые. Как приятно, что ветерок появился. И тучки, и ветерок. Ну, шикардос. Смотаемся, новые воблеры испытаем сейчас. Ну, один не новый. 340 грамм все-таки когда-то испытывали. Пока можем новости послушать. Почва доказывает необходимость ведения здоровья. Краснодарские новости. Погодных зависимостей. Будет работать до февраля следующего года. Это по Пушкинской карте. Красота летает. В Краснодарском крае сегодня ожидается дождь с грозой. По прогнозу синоптиков, порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Несмотря на осадки, температура воздуха прогреется до плюс 36 градусов. Также до конца суток в регионе вот так вот. Предупреждение по высокой пожароопасности. 36. У меня уже тут под 40. Сохраняется чрезвычайно. Вот ты малыш такой. Ты малыш такой. Ты малыш, вот. Малышок, малышок. Вот такой вот малышок. И мой Масюсик. И мой Масюсик, Сюсик, Сюсик. Вот так пошел, пошел.
Так, поковыряемся. Пока новости. Рыбка пока не активная. Сейчас проверим. Вот у меня новинка есть. Коёбочка. И тут у нас из Сибири. Вот у меня маленькие такие по судаку, по окуню. А вот новинка. Новенький. Из Сибири пришел. О, от Андрюхи. Сейчас мы... Вот. О. Вот так. Сейчас испытаем. Вот сейчас мы его проверим. Сейчас будем проверять все воблеры от мала до велика. А ну. А ну-ка. Пошел. Работай. Хвостиком как он еще подкручивает. А теперь переходим к более крупным, к тяжелой артиллерии. Это что у нас? Это у нас воблер бабах. Он глушит рыбу. Значит, у него он плавающий. 340 грамм весит. Тройники 10-0. 30 сантиметров длиной воблер. Redhead. Проверим. 10 лет назад примерно я на него ловил. Сейчас покажу эпизод, как я на него ловил. 340 грамм. А ну-ка. Сейчас его на карабинчик скинем. Отцепляем карабинчик. Цепляем воблер. Вот так можно. Ну, 340 грамм. О, он у нас плавающий, рабочий. А ну-ка, давай поработай. Вот так. И пошел. Чух-ч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 ух. Красавчик. Давай. Давай, вот, молодец. Еще и притапливается. А ну еще разок. И... Пошел. Вот так. Вот такой аппаратик. О, красавелла. Вот такой аппарат. Это ручная работа. Это я сделал его 10 лет назад. И одну щуку поймал. We'll be right back.
Палево. Палево стоит. Да. Головной убор надо менять. Уши обгорелы. Шея обгорела. А есть простое решение. Панама. Вот у нас около 2 часов дня. Вдруг тычки пошли. Кое-где тычки пошли. Сейчас посмотрим, что у нас. А тя-тя! По хвосту. Ага. Ага. Вот он что творит, гад. Хвосты обрывает. Гад. Ну, гаденыш. Чуть обрезаем. Меняем бесхвостого на хвостого. Вот так. Раз, 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 раз. С уклончиками. Хоп, хоп, хоп. Вот так. Готовенько. Ну-ка, ну-ка, сейчас. А сейчас что будет? Бьет почти на каждом забросе. А ну-ка, вот туда. Ох ты. С лету был удар. Ах ты. Щипает и кидает. А ну-ка, кто это, кто это? Кто это, кто это, кто это? Кто это, блин? Кто это, блин? Вот такой красавел. Вот такой красавел. Фух. И мой красавчик. Третьим будешь? Ох ты! Соскочил. Соскочил. Красавел. Фух. Фух. А ну-ка. Подожди, подожди. Не шуми, не шуми. Не шуми, не шуми. Ой. О. Вот это он. Это он. Вот такое дело. Вот такой клёчатун. Тютун. Молодец какой. А. Красавела, я тебе и так возьму. Ты мой мальчишка такой. Ой, ты клёчавчик какой. Ты малышек маленький. Может, отпускать тебя будем? Красавчик, красавчик. Надо его сфоткать. Надо сфоткать. Вот такого красавчика надо сфоткать. Так. Смотрим. Смотрим. Раз. Раз. О. О. Чик. 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 Вот так вот. Пофоткали. Все, выключаем. Ну что, родной? Наверное, все-таки свобода – это вещь. Скажи, свобода – вещь. О, а ты давай на место. В кармашек ко мне. О, все отлично. Так, закидываем. Погнали дальше. Что-то, кажись, я не так сделал. А? О, нет. Все так. Все нормально. Как в том фильме, 6-й. Небольшой. Небольшой.
Ну, шестой. А ну как ты? Как ты взял? Красиво взял. Ай. Ну да. Зубками, зубками. И здесь красотунчик такой. Вот так вот. Хватит. 6 судачков мы сегодня взяли. Поджарились, покатались, полетали. Пора. Пора в базу. О, как хорошо. Как хорошо на стуле со спинкой. Все, чистить рыбку. Так у меня выглядит чистка рыбы. Тети мой клясатун-татун. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня всегда море помощников. В таком деле всегда море помощников. Фросный. Дети мой мальчишка такой. О, ну что? Кабаны, кабаны. О. Туся, не кричи. Ну вот этот, да, бравенький, конечно. Базару нет. 2900. Вот этот вот. 2100. Ну а этот. Грамм 700-800. И тот 500 грамм. И 2 отпустил. Как-то так, да? Тебе кусочек дать? Обошку будешь? Ой, тут мякушка. Вот я тебе сейчас вырежу. На чисто мясо тебе, на. Фросни, Фрос. Чистая мякоть, ты что? На. Точи давай. Как-то так.